Поздравляю вас с победой. Трудная она была? Ну, я думаю, любая игра трудная, это в войне. Тем более перед нами был такой серьезный соперник, как «Динамо Минск». И такой фактор, что мы играли, скажем так, в гостях, а не дома. Я думаю, вдвойне трудная игра. Ваше мнение, Анатолий Иванович? Я хочу подчеркнуть, что мы играли абсолютно в гостях. Для нас столица, это, собственно, столица всего лишь как географически. А в принципе мы играли перед чужим болельщиком. Я благодарен своим болельщикам. По Мозыре приехала на этот футбол, и я думаю, мы им подарили праздник сегодня. А «Динамо», безусловно, есть «Динамо» и всегда будет «Динамо». Так, 10 дней тому Кубок Беларуси отправился у Мазыр. Непредсказуемая развязка финального матча, видать, и сегодня еще надоест становчих эмоций одним и, наоборот, примушая хмурить твары других. Усё ж, який шматмерный футбол. Яким спектром думок, часом полярно супрацлеглых рассвешаны тая ці іншая сустрэча. Вось и наш пятый кубковый финал тут не стал выключением. Комусь-то сдалося, что лепи гуляли динамовцы, и только их уластные помылки у обороне и продвызначили полезкий маршрут кубка. Олень не лезли за словами аргументами у кишеню и оппоненты. Так, помылки у меньшан для своих ворот были, але не жудасно не фартовый сбег обставинов привел до их помылок, а тиск деяния соперников. Можно спрашаться, как той казал, до посинения. Але навряд ли подобное хваляванне и нервование посодейничают нараджению прославутой истины у опошней инстанции. Тому и я не сбираюсь, а тут расставлять уся кропки над «и». Давайте, лепей, дорогие сябры, я еще раз повиншуем Мазыран с поспехом у гэтым кубковым финале. Я еще раз повиншуем, ну и что, послухаем далей счастливых людей. Чем сегодня сильнее были вы, Динамо? Реализация голевых моментов и сплоченностью на поле. Я считаю, это было те два решающие фактора, которые сыграли. А со скамеечки запасных в чем виделось ваше преимущество? Дело в том, что мы очень серьезно готовились к этой игре. Если вы обратили внимание, был маленький фокус в Бресте. Мы не поставили основной состав многих ребят, чтобы восстановились. Ну и скажу, та задумка, которая делалась, мы ее реализовали.